Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о том, какой человек Ольга Сирота. Сирота Ольга Владимировна – сова, это ее символ. Ольга – очень активный и позитивный человек. Ольга очень ценит отношения в семье и очень любит мужа. У нее две любимых собаки и кошка. Собаки – это ее профессиональное хобби, более 35 лет. Ольга – замечательная мама любимой взрослой дочери. Ольга – психолог по призванию и по профессии. Уже более 20 лет она помогает одиноким женщинам в создании отношений. Она человек с потрясающим чувством юмора. Ольга любит путешествовать. Мечта – Рождество в Нью-Йорке. В этом году не получилось, но обязательно получится в следующем. Ольга заряжает своей мощной энергетикой всех окружающих. Проект Ольги в настоящее время называется «Мои 500 дней». Она в режиме реального времени ставит цели, достигает их и помогает достигать другим людям. Развивает инфобизнес, хочет помочь рефлексирующим интеллигентам зарабатывать приличные деньги на своих мозгах. Ольга любит все новое и интересное.